Всем привет, это игра «Территория фермеров». Ну что ж, я хочу вам рассказать про построение в одном из этой игры. Это дом агронома, его можно купить, это строящийся объект, и в итоге, когда вы его построите, вот так вот выглядит, в него заходите и можете, получается, производить. Сначала вам надо этот рецепт исследовать. Исследуется, конечно, некоторые несколько часов, некоторые рецепты исследуются прям сутки. Для исследования, видите, дополнительно надо, где нужны просто вот эта вот такая вот автоматизация. На некоторых рецептах я просила у соседей определенные вещи. И видите, вещи везде получаются разные. Вот я хотела сейчас исследовать дерево. И мне нету, получается, вот этих машинка. Я попросила ее, только когда мне дадут, я смогу сделать исследование. Цветы, видите, тоже надо просить. Водные семена еще бывают. Ой, такой морской колокольчик, например. Я не знаю, зачем он мне нужен, но давайте мы его исследуем. Исследоваться, видите, будет 8 часов. Через 8 часов исследование будет закончено. Пока тут находится исследование, все остальные рецепты нам становятся недоступны. Пока исследуется, мы не можем ничего делать. Нам надо просто ждать, когда будет закончено это исследование. Только тогда мы сможем... Агроном занят исследованием, дождитесь его завершения. И до тех пор, пока не пройдет 8 часов, ускорять, конечно, никто ничего не будет. Тогда я смогу или сделать подводную орхидею, или что-нибудь исследовать из семян, что я еще не исследовала здесь. Тут еще тоже еще 5 страниц. Дыня какая красивая. В общем, на этом все, что я хотела рассказать за домик агронома. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч.